Ну вот мы и на озере. Как я говорила раньше, чтобы добраться до этого озера, нам потребовалось всего лишь 12 минут. Мы сюда приезжаем в любое время года, и вот уже 15 лет, потому что оно очень близко находится от нас, очень удобно, и мы можем приезжать летом почти каждый день после работы. Плавают у нас здесь даже зимой, потому что зима здесь не такая холодная, как в остальной Канаде. Посмотрите, какая кристально чистая вода. Как видите, развлечений на озере много. Кто-то привозит свои каяки, кто-то надувные лодки, кто-то ловит рыбу, а кто-то просто загорает. Приводит детей от мала до велика. Конечно, людей много с собаками тоже. Люди, кто располагаются по соседству, они, как правило, очень общительные, дружелюбные и разговорчивые. Мы рано утром обычно не завтракаем, но зная, что после купания захочется по-сумасшедшему есть, поэтому мы взяли с собой салатик, сделанный на скорую руку. Это самое милое дело – поесть на природе салат из свежих овощей. Мы добавляли туда фету, разные ягоды, ассорти свежайшие. И как-то на мясо и сосиски и другую мертвую пищу совсем не тянет. Кстати, обратите внимание на этого молодого мужчину. Вы знаете, кто это? Это пенсионер. Они пришли на озеро, муж с женой, оба пенсионеры. Когда они сказали, что они на пенсии, и я посмотрела на их фигуры, они просто молодые, молодющие ребята. Вот такие вот пенсионеры у нас. Ну а потом эти ребята переплыли озеро, поиграли с нашей собакой, и я удивилась, насколько много же у них энергии. Когда мы приехали в Канаду, первое, что удивило меня, это их моложавые пенсионеры. Они встречались нам в походах и бодренько нас перегоняли. Они разъезжали на роликах, вторыми, когда я даже не могла стоять на роликах. Я, наверное, все-таки объясняю это здоровым образом жизни, здоровым питанием. Люди, в общем-то, следят здесь за собой.
Вот к нам подошел еще один друг. Поздоровался, полюбовался красивым видом озера и продолжил свой путь со своей хозяйкой. Мимо проплывали люди на байдарках, на каяках, на надувных лодках, а мы тут сидели, жевали свежую ягоду. В общем, здорово. У нашего Рио всегда находились друзья. И вот ребята, мальчишки окружили его, и они вместе играли, потом вместе плавали. В общем, одинокими себя не чувствовали. Даже мы пришли вот одни в рабочий день и чувствовали себя окруженными людьми, и все было так сердечно и по-доброму. Решили провести несколько дней отпуска на озере. Это фактически наш третий отпуск в этом году. Один большой отпуск был разделен на три части. И вот эту последнюю часть мы решили провести дома, в нашем любимом городе. Первый год за историю мы никуда не поехали. Вернее, вторую часть отпуска мы все-таки были в мае в Лос-Анджелесе, в Штаты ездили. А июнь решили остаться дома. И мы поняли, что отпуск дома – это не так плохо. На этом я с вами прощаюсь. Кому было интересно, подписывайтесь на мой канал. С вами была Ирина Боикс. До встречи в новых видео. Всем желаю солнечного и летнего настроения. Пока-пока!